представители администрации вместе с горожанами и депутатами проверили состояние пешеходных переходов вблизи детского сада номер 3 «Сказка». Сегодняшнее мероприятие было посвящено проверке состояния пешеходного перехода у детского сада «Сказка» по улице Московская, дом 26. Мы проверили состояние искусственной дорожной неровности, состояние дорожной разметки, состояние пешеходного перехода. Поговорили с сотрудниками детского сада, выслушали их пожелания. Денис Воловников добавил, что состояние пешеходных переходов на особом контроле, в частности, вблизи дошкольных учреждений. Все они соответствуют нормативам. Выявленные сотрудниками ГИБДД замечания оперативно исправляются. Впереди 1 сентября, все готовятся к этому значимому для нас, для всех празднику. Дети возвращаются в город, учреждения готовятся к приему детей. В Химках по распоряжению главы Дмитрия Волошина налажена система взаимодействия, при которой депутаты помогают жителям контролировать исполнение заявок. Мониторинг состояния инфраструктуры – важный инструмент для формирования комфортной городской среды. Елена Тараненко, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.